Лагерь мне очень понравился. Я буду помнить его всю свою жизнь. Это как? Это даже не лагерь, это мечта каждого мальчишки. Живем в палатке. Семи чудесах, главной не ведая тайны, где-то в зеленых волшебных лесах. Мы уже можем уничтожать, а? Да. Разрешите отправиться к Михаилу. Мы не знаем, кого уничтожать и где находится противник. Выйди к нему на рассвете, можешь его хоть о чем ты спросить. Он перезвоном ответит. Перезвон и перезвон в небеса. Перезвон и перезвон и перезвон и перезвон и звон. Ну, ускоренная оборона, то есть просто они копают окопы для стрельбы лежа. Артиллерия мы стягиваем сюда, так, минометы. И не предвидится миру конца. Все расцветет и опять задышит. Необязательно быть мудрецом. Будьте любезны, напишите мне подробно, каким маршрутом, в какой район, с какой целью это боевое охранение двигается. Это целый взвод людей. Поведение русского воина на поле боя издревле было основано на православном мировоззрении, помогающем сохранить себя как целостную личность. Духовность, сопряженная с воинским трудом, порождала богатырскую силу, во много раз превосходящую способности человеческого естества. Войны отечественной истории оставили нам множество свидетельств незлобивого отношения русского солдата к его врагу. Считалось, что достойным защитником своего отечества мог быть только воин, не посеявший в душе своей мести. Неподкупно звонит, выйди к нему на рассвете. Можешь его хоть о чем ты спросить, он и перезвоном ответит. Звон, перезвон, перезвон в небеса. Перезвон и перезвон, и перезвон, и перезвон, и звон, перезвон. Солдату надлежит быть храбру, решиму, благочестиву. Молись Богу, от Него победа. Бог нас водит, Он нам генерал. Александр Суворов.